Здравствуйте! В эфире прогноз погоды на канале ЗАП-ТВ. Спонсоры показа – магазины Intimissimi и Calcedonia. Во вторник в столице края будет облачно с прояснениями, ветер юго-западный до 3 метров в секунду. Днем нас ожидает минус 1 градус, ночью столбик термометра опустится до минус 15 градусов. О погоде это все. Всего вам доброго и до завтра!